Привет, девушки, красавицы, привет, мои хорошие. Всем чайку. Я пью чай. И я в прошлом видео, у меня уже елки выросли. В прошлом видео я забыла вам показать еще помады, которые, ну, лежали вот тут. Прям вот тут лежали, вот тут наверху. И я даже это самое не заметила, где они лежат. Я их сейчас покажу и потом еще не знаю. Все, да? Посмотрим, что там есть. Я все это выкладываю. Которые я вам не показала, да? Так. Тут что лежит? Вот, лежит. Еще я, наверное, покажу, которые я выбрасываю. Я все эти видосы сделаю, у меня это отлежит, от души отойдет, да? Что мне не надо? Что там еще есть? Нет, все. Так. Где-то по карманам я не искала. В общем, оно прям тут лежало, я даже не знала. Я в прошлый раз показывала вот такой вот от Juicy Color. От Revival of May, да, показывала я. Такой Revival of May Juicy Color Lipstick. И он был в красном, в таком ягодном, да. А этот вот такой вот красивый розовый. Тоже матовый, мне очень нравится. И это вот марка, собственно, от Изаны, и она очень не вредна, она полезна. И ты чувствуешь всегда, что вредно, что не полезно. Изана, Росман имеет свои собственные марки, Изана и вот Revival of May. И у них хорошее качество. Ну, немецкое качество, но всегда хорошее. А немцы что любят? Чтобы качественно и дешево. Вот. Теперь у меня есть вот такой вот ревлончик. Тоже, да? От Revlon Ultra HD Matte Lip Color. Я очень хотела многие из них, но мне больше все-таки, опять же, на яркое потянуло. И я все эти такие бежевые, такие топ-тона не купила. Тоже все ходила, смотрела, смотрела, и потом так и не купила. И вот такой Revlon мне больше нравится. И он вот такой, знаете, такой вот красивый, матовый. Он мат. И он такой, знаете, малиновый. Малиновый, прималиновый. Очень классный. Так, кладем его сюда. Теперь у меня вот такой вот Revival of May. Тоже, да? Тоже очень классный. И он называется Kiss Abel Lip Gloss. Тоже очень хороший Lip Gloss. Вот такого вот яркого, теплого цвета, он чем-то похож на Revolution, этот тон. Почему-то, вот, когда в прошлом показывала, который очень стойкий, да? Вот он такой, как Revolution. Очень хорошо пахнет Revlon, опять же. Ну, прям ягода-ягода. А вот. Классный. Есть еще. Так, теперь. Trend Up Wet Sheen Lipstick. Там есть очень много вот этих вот Trend Up. Wet Sheen Lipstick есть такие, да? Ну, вот он такой. Тут чем-то, тут уже какой-то другой цвет, что-то понакрасили, видимо. Вот такой, да? Розовато-нюдовый такой, знаете, коралловый, что-то вот такое. И он 0,40. Нет. Он называется Sheen, но он немножко, да. Но он такой кремовый, но я бы не сказала, что он прям... Блестков у него нет. Wet Sheen, ну как немножко сыроват, да? Так, теперь. Тут у нас Trend Up Ultra Matte Lipstick 479. Вот такой. Вот он такой. Очень такой пинковый, классный. Но у меня от этих, ну, очень много, которых я выбрасываю, хотя они неплохие, мне просто они надоели, у меня их много. Вот, не хочу я. Я просто сюда отложила то, что я в прошлый раз показала, то, что я не выброшу, что я это, что, чем я пользуюсь или не пользуюсь, но собираюсь. Это у нас Revival of May. Revival of May, и он вот такой. И он с блесточками. И он такой, знаете, априко 0,4. Ну, такой светлый. Такого типа у меня тоже есть. Он кремовый. Светлый кремовый, да? Вот. Такой. Тут у меня есть Revival of May 0,
09 Plum Wine. Вот такой вот. Какой-то тоже с это самое. Он такой, знаете, такой. Вот такой вот. Он немножко перламутровый, но то, что вот перламутр здесь мне не мешает, потому что у него тон такой, немножко такой нюдовый, модный. В общем, нормально, мне нравится тон. Так, 09, да. Тут у меня Essence, мне очень нравится. Essence Ultra Last. Я его, конечно, оставлю. Он мне нравится, вот такой вот, да. Очень классный тоже тон. Essence Ultra Last. 20. Тут у меня Pube. У меня от них есть еще и тени. Вот Pube, да, вот это я покупала все вместе. Это тоже Pube от Revolution. И тут такой, знаете, тоже малиновый. Тут такие раки нарисованы. У них так намного косметики, такие раки. Вот такой вот тоже малиновый, но вот такой малиновый, очень лаковый такой. Знаете, такой. Такой вот. Очень хорошая штучка вот такая вот, да. Мне нравится. Тут написано Revolution, Friends. Это этой самой серии, да? И вот так вот. Так, нравится мне. Очень была рада, что это купила. Так, теперь. Тут у меня от Revlon. Вот тоже обожаю такой тон. Да? Обалденный вообще. Обалденный, пахнет обалденно. И он такой металлика. Он очень вкусно пахнет. И очень красиво на губах. И такое чувство на губах. Вот просто вкуснотища. У меня нет слов просто. Вот. Просто нет слов, девушки. Просто нет слов. И вот он такого тона. Ну, тут, видите, разные. Такой малиновый, тут больше это самое. Лилового такого, да? Очень обалденный. Вот эти вот всегда бы купила, вот всегда. Еще и еще. Обалденно. Тут у меня карандаши лежат красные от Lip Line. У меня еще есть от Revolution оранжевый. От Revolution. Ну, такие вот деревянные, да. Так, ну не знаю, где все это. Тут еще Balea Lippenpflege. Такой вот. Balea. Бананчик. Вкусно-вкусно. Бананчик. Так. Вот, я вам это показала, потому что я это самое не успела вам это показать. Это вот те, что я оставлю, ну, то, что я люблю, то, что остается, в общем, что я не выкидываю, да. Теперь я достала помады, которые я хочу выбросить. И покажу вам те, да. Какие у меня тут есть. У меня тут есть от Essence. Вот такая вот темная. Очень темная, такая, знаете. Прям вообще. Прям как черная. У меня есть где-то видос, где я красилась этой помадой. Прям как на Хэллоуин. Ну, она мне не нужна. Она стоила 95 центов. Оцененная была. Теперь ультрамат от 425 от Trend Up. Тоже хорошая, кстати. У меня такая есть там, по-моему. Ну, я решила ее выбросить. Что-то она мне не нужна, потому что у меня есть по две, да? Так, теперь это у меня PS помада от PS2. PS2. Очень красивый цвет, да, такой. О, все, она доломалась. Короче, я ее сломала. Ну вот, ей пришло время уйти. Она теперь уйдет, да? Ну такая, ну она уже все. Она уже все прожила свое. Давайте-ка возьмем-ка мы эти платочки и уберем, да, это все. Вот, она все прожила, ей уже ничего не надо. Ну, эту я выбрасываю, конечно, вовремя. О, такие платки хорошие, прямо влажные-влажные, обалденные. Так, теперь. Это прям точно, да, ей уже все, конец пришел. Тут Shein 250, тоже очень красивая, но видите, мы ее уже съели, короче, и стерли. Она такая классная, ну вот такая вот, да, очень красивая.
не то чтобы, но она просто уже не трогаешь, уже берешь новый, да. Номер 40 тоже очень красивая. Такая вот. Это я выкидываю. Это тоже от Trend Up. Тут у меня от Heidi Astor. От марки Astor. У меня от нее было много. Вот такой вишневый цвет. Heidi Klum, да. Вот такой красивый, вишневый. Ничего, она не пахнет, она вообще нормальная, я не знаю. Вот как вы думаете, нужно выбрасывать или нет такие? Хотя у меня вишневые есть, да. Как долго держится помада, я не знаю. Ну, ноги я уже от нее выкинула, а эти еще остались. Trend It Up у меня такой цвет, не знаю, какой-то. Вот такой, да? Давайте посмотрим, какой он. Что-то я тут все прозрачно. Но это тоже, этот не такой с голубизной, это больше тоже вишневый, но он больше красный, да? Вот такой вот. И у него номер какой-то. Мат 90. Угу. Тоже хороший тон. Но не так много, я же вам показывала. Так, теперь этот у меня Катрис, и он такой магнитный. Хоп! Он прямо вот так вот прыгает, да, тут Катрис. И он вот такой, да? Вот такой вот. Я его купила за 2,25. Его уценили. За 2,25. Цвет, девушки-красавицы, вот такой. Ну, тут уже все похожее, да, все такое. Все такие похожие тона. Очень тоже классный был. И мне очень нравится его. Он прям так закрывается. Хоп. На магните. Так, тут пусто. Но у меня еще есть три от Биокуры. Я их купила. И они мне очень нравятся. Они очень кремовые. И обожаю, я вам просто покажу, потому что я их забыла вам показать. Я их не выбрасываю, но я их не видела, они у меня в другом месте были. Так, сейчас я вам их покажу за раз, да, чтобы было интересно. И вот, очень классные, они с Aldi. Биокур — это немецкая марка, у них очень хороший состав, и она кремовая. Кто любит матовые, ну, тому это не очень, но цвета очень хорошие. Это вообще просто кайф. Они очень хорошо чувствуют, лежат на губах, обалденно. Так, Биокура вот такой цвет. Очень классный. Я вообще обожаю Aldi продукты. Косметические очень классные. Это такой больше пинк, да? Тут оранж, тут больше пинк. Так, тут еще одна Биокура. И это у нас вот такой вот. Очень модный такой цвет медовый. И он вот такой, да? Он такой светленький, дневной, да? Вот такой вот. Очень хороший. Биокура вообще классная. Биокура марка, и у них косметика хорошая, крема мне нравится. В общем, когда я очень часто покупала, пользовалась одно время. Там всегда есть, когда приходят в Ангебот разные, очень интересные, да, вещи, я покупаю. Так, еще покажу вам, что я выкину, да. Но Биокуру я не хочу выбрасывать, потому что я ее, она еще хорошая, я еще ничего. И, в общем, это все прекрасно. Это я... Heidi я, наверное, выкину. Не знаю, что с этой Heidi делать. Эти все, это уже прямо на глазах разваливается. Так, это я оставляю. Так, теперь Heidi, Биокуру обожаю, да? Биокура. Тут у нас что? Тут у нас есть... Это вообще не туда. Не с той серии, да? Тут карандаши. Тут у меня много помад, которые я хочу выкинуть. Ну, в общем, я решила, я не знаю, потому что я ими не пользуюсь, да? Сейчас я вам их покажу. Тут у меня... А, тут еще одна Heidi от Astor. Heidi Klum. Вот такая вот. Она такая, знаете, вишневая. Ой, сейчас у меня это самое. Она не вишневая, она красная. Тут еще одна от Heidi Klum. И она вот такая очень красная. Теплого тона. Не такая вишневая, как та. Такая вот. А. Потом... Опять же, High Sheen Lipstick 400 мат. Вот такой. Но у меня их так много таких. Вы знаете, я такой человек, я когда вижу в магазине, я уже не помню, что у меня есть дома, тем более это недорого, да, я беру. Ultimate Color 460, вот такой вот. От Catrice. Такой вот кремовый. Хороший тон тоже. Такой итальянский, да. Теперь Metal Stick, очень его обожала, металлика, он прямо весь металлический, но что-то я им не пользуюсь. Ой, все, девочки, видите, время пришло, он тоже сломался. Он такой был классный, и что-то я им давным-давно вот такой вот.
Ну, прямо металлика там внутри. Но видите, когда он уже все, он уже все. Он уже окончил свое существование. И прямо вовремя он сломался прямо у вас на глазах. Видите как? Так, теперь такой у меня есть, я вам вчера показывала. Нет, а, этот мат. Этот мат, я вам показывала мат такой, а этот, я что их выбросила? Я их очень сильно выкручиваю, чтобы это самое, и поэтому ломаю. Он очень классный. Такой классный. Я даже не знаю, может его не выбрасывать. Понимаете, я когда разбирала, я даже... А, я, наверное, его решила выбросить, потому что, наверное, я решила, что ему много времени, он не пахнет, ничего. Очень красивый вообще. В общем, я не знаю, я подумаю с ним. Вот этот точно надо выбросить. Этот... Ой, ну тоже красивый, да? Ну что делать? Ну он уже все, 100 лет в обед. 107 от кого? Сама не знаю, девушки красавицы. От кого-то. А, Ривальдо Лоб. Ну его точно надо выкинуть. Вот такой. Так, Ривальдо Лоб выбрасываем. Тут у нас еще вот красный мат. Ой, какой он классный. Что-то тут все такое классное. Матовое. А что я выбрасываю? Решила я, что они старые, выкину. А другой у меня лежит. От Essence. Ну, не знаю. Ой, я сейчас... лучше сейчас не смотреть, а то я все оставлю. Это от Manhattan. Вот такой оранжевый. Тоже решила выкинуть. А то что-то не знаю. Ой, ну классный. Ну, что выброшу. Что-то мне сейчас жалко. Жаба давит, да? Я, наверное, это оставлю. Жаба давит. Жаба давит. Это вообще выкину. Так, сейчас разборка будет. Я же так быстро те, которые я обожаю, оставила. А эти-то... Это у нас Essence Ultra Last 16. Вот такой вот тоже такой темненький, да? Так, тут у нас тут Ривальдо Лоб оранжевый, девушки. Но этот по сравнению с... Я сейчас его сломаю, понимаете? Я выкручиваю сильно. Он такой... Он оранжевый, очень хороший оранжевый, но он не такой, как у Art Deco. Он не совсем, его надо очень часто наносить. Тут у нас Essence, очень хороший тоже. То есть помады-то, в принципе... Чё я выкидываю? Хорошую помаду, кстати. Сейчас начнется у меня. Очень хорошая помада. Боже мой. Что-то такая... Ну, просто я это не успеваю носить. Это светлый тон. Использовать не успеваю. Понимаете, в чем дело? Ну, о, хороший какой. Тут это у меня для ресниц. Вот еще один такой от Essence. Ну, тоже вишня, да? Вишня кремовая. Такая. Не, я ее не хочу. Так. А тут у нас Риваль. Еще раз, я их два раза. Я многие покупаю по два раза. Оранжевый, да? Риваль. Тут у меня две от PS2. Вот такая вот вишневая. Короче. Уже не буду наносить. И PS2. Вот такая очень красивая. Такая, знаете. Ну, какой цвет классный. Цвет-то классный, да? Ничего, они не пахнут. Ну, я уже насмотрелась, видимо. Это 16, это 60. Корзо, это Lightline. Так, тут у нас Манхэттен. Ой, опять оранжевый. Слушайте, что-то мне его вкидывать жалко. Оранжевый всегда надо. Мне так нельзя, мне надо... Короче, сломается. О, такой оранжевый хороший. А оранжевый-то какой хороший. Тут, зачем я оранжевый выкидываю? Это Rival of Me такой... Это нюдовый, да, он такой. Опять же, такой нюд, топ, скорее всего, да. 0,4. Не хочу. Этот, ой, этот вообще красивый. Ой, Риваль, о. Ривальдо Лоб очень красивый. Я его всегда в Вербунг видела. Он очень красивый. Красный. Он такой, знаете, красный, светлый. Что-то мне жаба давит его выбрасывать. Так. Тут у нас Essence, и он вот такой очень красивый тоже Essence. Так, мне уже некуда мазать. Тут у нас опять же Essence, и о, какой он красивый.
у него. Ничем он не пахнет классный. Что-то мне его жалко, он даже вообще, ну, хороший. Его ставлю. Я в попыхах ничего не видела. Так. Какой, какой сливовый. Ну вот от того, что у меня много, понимаете, я не знаю, что делать. Эти я купила такие специальные. Это с лаванда, тревел. Такой вот натурального тона. Это от Revive Me. И тут у нас тоже тревел. Такой, да? Вот такой вот. Серия была такая, да? Там были тоже там тени, были все такое. Вот, я вам все показала, что я сейчас это самое выбросить хочу. Вот это вот точно. Так, с эти, которые поломались. Вот эти я хочу оставить. Вот эти я оставлю. Тревел, я не знаю, с тревел, что делать. У меня лежит на глазах, да? Ну, это-то я и так биокурил, обожаю. Это я оставлю. Все, вот это что-то мне тоже понравилось, да? Нет, мне не надо. Так, это мне так и так не надо. А, вот эти вот я оранжевые все-таки оставлю. От Манхэттен и от Revive. Ну, обожаю оранжевые. Ну, как можно оранжевые? Ну, это грех выбрасывать, да? Это грех. Так, все, девушки, красавицы, вытираю я свои ручки. Все туда сейчас покидаем. Вот эти PS тоже очень классные, да? Чуть я даже не знаю. Подумаю. Так, вот эти не хочу. Этот мне тоже не нужен. Этот тоже не нужен. Все. Вот. Это добро. Это у меня еще вот сломался тоже от Катрис. Так. И вот этот сломался от тоже, да? Девушки, это я выброшу. Это точно. Эти еще подумаю сейчас. Мне кажется, PS я еще оставлю. Что-то мне не понравилось. Вот, PS тут. Это мои на выброс, да? Теперь мы попьем чаю. Все, на этом я заканчиваю, девушки. Всего хорошего. Всех вас замучаю, всем, да? Чего только не напоказываю, да? Чего не нужно. Так. Я сделала свою разборочку. Все свои помады перебрала. Всем добра, всем любви, всего хорошего. Всех люблю, всех целую, с Новым годом!